Приветствую всех на своем канале, меня зовут Алевтина, но вы можете называть меня Тина. И сегодня у нас 1 апреля, с чем я вас и поздравляю. И этот выпуск будет посвящен именно этому веселому и смешному дню. И как можете видеть, я скачала шейдеры, и да, у меня немного лагает, потому что это все было очень сложно, и я и так изменила очень много настроек, дабы улучшить производительность и смягчить лаги, потому что без настроек это вообще это очень сильно лагало. Сейчас это выглядит стремновато, но я надеюсь, что я разберусь с этим детальнее, и это станет более презентабельней. И я бы хотела пожелать вам, чтобы в этот прекрасный день очень много людей вас попранковало, конечно же, в хорошем значении этого слова, и чтобы вообще провели этот день очень весело. Кстати, посмотрите, какая здесь красивая водичка. Буль-буль-буль, буль-буль-буль. Боже мой, какие рыбки, как это все красиво. Я обожаю шейдер, очень жалко, что она так лагает как-то. Ну да ладно. В этом видео я бы хотела вам показать сборник нарезочек или каких-то фрагментов с моих видеороликов, может быть, там, где я кричу, веселюсь, смеюсь и так далее, чтобы поднять на ваших личиках улыбочку, чтобы этот день стал еще чудесней. Я очень надеюсь, что у меня получится поднять вам настроение, поэтому поддержите меня лайком, да-да-да, я буду клянчить лайки, вот. Обязательно подписывайтесь на мой канал, если вам нравится формат. Еще я хочу, чтобы вы меня похвалили за то, что я разобралась со скином и установила шейдеры. Это было очень сложно, мне это получилось. Вот, поэтому приятного просмотра. Ты шо, Да, блин, HR не пускается. Я сейчас спущу его. Имя свое скажи. Какое? Приятного просмотра. Как же? Не забывайте написать комментарий и поставить... Что смотрится ведь? Че ты смотришь на меня? Иди отсюда. А че на меня смотришь? Хочешь подружить? Давай подружим. Привет. Ой! А муха. И как ты сюда пришел? И как? А зачем? А почему? Сгори там. Ладно. Чё? А чё это такое? Не знаю. А, тут так можно тушить. Привет, Андрей. Свиночки. Свиночки. I believe I can fly. Фига себе. Ну а на этом все. Большое спасибо за просмотр. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. До новых встреч и всем пока!